Evita Griskenat. Вновь Эвита. Как она спасла мяч. Да, мужественно поймала, да, и перевела в следующий шаг. Я успела заметить, что все композиции этого сезона у гимнастки такие яростные, наступательные. Как внешний облик сопоставить с такого рода композицией? Идут девочки? Я думаю, что это просто состояние души, потому что настроение, возраст, потому что не сразу останавливаются, как правило, на каком-то определенном музыкальном сопровождении. Бывает много проб, да, пока наконец не выберут приемлемый для себя результат. Приемлемое для себя сопровождение. Ну, может быть, композиция, которая называется «Это мой мир», даже отчасти объясняет позицию гимнастки и ее тренера. Эвита выступала на двух чемпионатах мира в качестве сеньорки и в Пезаро, и в Софии вместе с Лаурой Зенк. Да, но тогда она шла за спиной Лауры Зенк. Да, а сейчас вот очень достойно выступает. Такая очаровательная пчелка. Хорошая традиция, да? Дать возможность маленьким гимнасткам почувствовать зал, почувствовать ковер на таком грандиозном событии, как Кубок мира. Эвита Грискина с 19.30.